Три инвестиционных соглашения на общую сумму в 225 миллионов подписали сегодня в администрации Северского района. Первым подписантом стал индивидуальный предприниматель Владимир Цыганков. В рамках проекта планируется строительство агротуристического комплекса. Объем инвестиций более 40 миллионов рублей. Будет создано 25 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – конец 2026 года. Следующий проект реализовать собираются намного раньше, уже в следующем году. Индивидуальный предприниматель Евгений Жуков планирует построить фруктохранилище на территории львовского поселения. Объем инвестиций составит 100 миллионов рублей и позволит обеспечить 10 новых рабочих мест. Еще одно фруктохранилище появится в станице Новодмитриевской. Реализует его общество с ограниченной ответственностью «Сады Предгорья». 85 миллионов составит объем инвестиций. В поселении появится 14 рабочих мест. Реализовать проект собираются в 2024 году.